Всем привет! Вы на канале Tasty Food. Сегодня я хочу предложить вам очень вкусный и сытный салат, который подойдет на ужин или просто можно его приготовить на праздник. Вот что мне понадобится для этого невероятно вкусного салата. Для этого салата мне понадобится отварная картошка в мундирах, отварные яйца вкрутую. Также я буду использовать соленые огурцы. Кстати, соленые огурцы можно заменить на маринованные. Но очень хорошо к этому салату, конечно же, подойдут соленые огурцы, потому что я буду к нему готовить маринованный лук. Как вкусно замариновать лук, я обязательно оставлю в рецепте, чтобы у вас лучок получился действительно вкусный. Для него мне понадобится, конечно же, лук, соль, сахар и 9% уксус. Также я буду обжаривать куриное филе. Но куриное филе, конечно же, желательно лучше замариновать. Для этого мне понадобится соль, паприка, черный перец. Буду использовать домашний майонез, плавленые сырки. Плавленые сырки обязательно выбирайте хорошей фирмы, проверенные, чтобы вы не испортили салат. И также подсолнечное масло для жарки. Приступаю! Также на моем канале есть плейлист с салатами. Там салаты на любой вкус. Но я очень вам хочу порекомендовать приготовить салат мимоза. Как подаю я, никто так не подает, потому что он получается нежный, вкусный, но самое главное его подача. Он подается в виде роллов и получается при этом очень нежный. И на столе будет смотреться очень эффектно. Также хочу порекомендовать салат, который называется «Добрая теща». Этот салат всегда готовит моя теща, когда я прихожу. Я просто обожаю этот пикантный и вкусный салат. Обязательно воспользуйтесь. А ссылки на этих два вкусных салатика я оставлю в конце видео. Для этого салата буду мариновать лук. Лук мелко нарежу. Желательно, когда будете покупать лук, выбирайте, чтобы он был сочный. Лук отправляю в удобную посуду. Так, как вкусно замариновать лук? Добавляю соль с сахаром. В принципе, пропорции я вам сейчас расскажу. На одну луковицу идет 1 чайная ложка сахара, пол чайной ложки соли и 1 столовая ложка 9% уксуса. Добавляю уксус и заливаю кипятком. Заливайте в уровень с луком. Теперь хорошо размешаю и оставлю лук в этом маринаде до полного остывания. Потом нужно обязательно слить всю жидкость. Куриное филе нужно мелко нарезать и замариновать. Представьте, как будет вкусно этот салатик с маринованной обжаренной курочкой. Нарезанное куриное филе отправляю в удобную посуду. Желательно, конечно, куриное филе замариновать заранее. Но если у вас всего лишь 30 минут, есть маленький секретик. Можно куриному филе добавить немного подсолнечного масла. И после этого на сковородку подсолнечное масло добавлять не нужно. А теперь добавляю молотую паприку, соль и черный перец. Все размешаю и оставлю промариноваться минут на 30. Прошло 30 минут. Куриное мясо замариновалось. Благодаря паприке оно у вас получится очень ароматное. Теперь отправляю мясо на сковородку и обжарю до румяности. Для салата, конечно, также нужно выбрать вкусный сорт картошки. И главное, правильно отварить картошку в мундирах. Как картошку будете отваривать, ее лучше немного даже не доварить, чтобы она у вас не разварилась. После этого обязательно достаньте картошку из воды и пусть остывает у вас просто на тарелке. Картошку буду натирать на крупной терке.
Картошку разравниваю по форме. И желательно картошку немного присолить, и по желанию можно добавить черного перца. Сильно прессовать ее не нужно. Я не хочу, чтобы этот салат у вас получился плотный. Солю. И, кстати, чтобы у вас плавленый сырок хорошо натирался, его нужно обязательно отправить в морозилку минут на 20. Картошке добавляю домашний майонез. Как приготовить домашний майонез? Есть на моем канале. Готовится он всего лишь одну минуту. Получается очень вкусно. И в холодильнике он может стоять 7-10 дней. Приготовьте себе его впрок и пользуйтесь. Тем временем куриное филе у меня подрумянилось немного с одной стороны. Размешиваю и буду обжаривать до румяности. Куриное филе слегка подрумянилось. Ну, тоже пережаривать его не нужно. Мне не нужно, чтобы оно было сухое. Теперь выкладываю на тарелку, пусть немного остынет. На бумажное полотенце выкладывать не нужно. Наоборот, картошечка впитает весь этот вкусный аромат и немного жирка. Потому что следующим слоем на картошку я буду выкладывать курицу. Также мелко нарежу соленые огурцы. Как вкусно закрыть соленые огурцы, есть на моем канале. Они получаются очень вкусные, а закрываются по самому элементарному рецепту. В огурцах, конечно же, будет жидкость. Желательно разрежьте их, пусть жидкость остается у вас лучше на доске, чем она попадет у вас в салат. Видите, как много жидкости от огурчиков? Смотрите, сколько от нарезанных огурцов получилось жидкости. Лучше огурцы убрать с доски просто в тарелочку. Старайтесь, когда будете убирать огурцы, чтобы жидкость сливалась прямо на доску. Курочка слегка остыла. Теперь выкладываю прямо на картошку. Также разравниваю по картошке. Курочке добавлю также немного майонеза. Следующим слоем отправлю соленые огурцы. Конечно же, соленые огурцы очень будут хорошо сочетаться с маринованным луком. Лук у меня хорошо промариновался, остыл, и я слил полностью всю жидкость. Добавляю лук сверху на огурцы. Буквально совсем немного добавлю майонеза. Майонез на лук добавляйте по желанию. Я все-таки люблю, когда салат сочный. Белок отделяю от желтка. Чтобы у вас желток получился внутри приятного цвета, желтенький, его нужно после того, как яйца закипели, варить ровно 7 минут. После этого выключить яйца и отправить в холодную воду. Белок натру на крупной терке сверху на лук. Натертый белок также разравниваю по форме. Советую также на яйца добавить немного майонеза. И, кстати, яйца можно немного присолить. Тем временем плавленый сырок постоял 20 минут в морозилке и немного замерз. Теперь его натираю сверху на белок на мелкой терке.
и аккуратненько вилочкой разравниваю плавленый носорог по форме. Последним слоем натру желток на мелкотерке. Теперь убираю форму и подаю салат к столу. Вот и аппетитный салатик готов. Можно пробовать. Я его вилочкой вот так вот аккуратненько. Но как же он может быть невкусный? С картошечкой, с обжаренной курочкой, с маринованным лучком. Знаете, великолепно. Обязательно готовьте с соленым огурцом. Очень вкусно. Не успокоюсь, пока не доем. Сытный, вкусный этот салат, достойный любого праздничного стола, либо просто приготовьте этот салат на ужин. Этот салат можно приготовить на ужин, и в принципе больше ничего не нужно, потому что действительно он сытный и вкусный. Подавать, конечно, лучше всего такой салатик с хрустящим черным хлебом. А когда приготовите салат, не забудьте написать комментарий, какой вкусный салат получился. И обязательно нажимайте колокольчик и подписывайтесь на канал. Всем пока!